Всем привет, с вами Павел Мясник, за окном буря, а значит время проходить Dark Souls. Так, сейчас мне нужно, как я и говорил, отправиться в новую локацию и, в принципе, показать вам, что там да как есть. Сейчас я туда как раз и направляюсь. Эта локация называется Забытая крепость, там мне надо будет выбить одно колечко, которое мне будет давать на 10% больше душ с убитых врагов. Это ни много ни мало, но все равно прокачка будет идти чуточку быстрее. Тут сразу же встречаются довольно сильные враги, как вон тот, например, типок. Да, я чуть, кстати, не умер. А здесь, я вам сразу говорю, куда идти. Надо идти вот так по стеночке, потому что там потом нас будут встречать враги. Их надо быстренько умотать. Отсюда мы легко просто их сможем убить. Сейчас лучистый самоцвет жизни. И большой осколок титанита, который мне потом пригодится для прокачки оружия. Вот сразу здесь арбалетчик, я его выделяю. И... да, тут враги немножечко сильнее. Там ходят вот такие собачки, но тут есть один трюк. Вот так, если скинуть бомбу. Аккуратно. Ну, ё-моё, что за фигня? Не, это бред какой-то, подождите-ка. О, все. Вот так все взрывается. Все собаки дохнут, а я просто с них подбираю себе нужное количество душ. Теперь можно спокойно спускаться, собирать лут, который здесь лежит. Душа безымянного солдата выпала. И вроде больше пока здесь ничего. Значит, сначала открою здесь дверцу. Тут должно лежать одно колечко крутое. Смотрим, врагов нет. Опять же, я чуть не упал. Так, ну, по-моему, больше, кроме колечка, здесь, насколько я помню, ничего нету. Значит, можно спокойно открывать сундук. Надеюсь, ловушки здесь нет, вроде не должно быть. Отлично. Старинный ключ и кольцо с серебряным змеем. Старинный ключ мне пригодится для открытия кое-каких дверей. Так, я сразу заменяю... так, какое мне? Кольцо восстановления, наверное, заменить? Или кольцо жизни лучше? Наверное, кольцо жизни заменю. Так, у меня есть кольцо клинков. Я ее недавно выбил. Увеличивает физическую атаку. И вот, павшие враги приносят больше душ. Сейчас я посмотрю, насколько она увеличит атаку. Смотрим статус. Вот, 240. Ну, например, одеваем колечко. Смотрим. 260 на 20. Это все-таки стоящая вещь, а регенерация мне ХП, в принципе, не сильно и нужна. А кольцо жизни я заменю на кольцо, которое дает на 10% больше ХП. Их нельзя использовать. Проще восстанавливаться после дохода. Так, это. Значит, тут нет полезной мне информации. Я-то думал. Тут будет какое-то описание, но, видно, они поленились и кольцам описание не сделали. То есть теперь у меня больше атака и больше дает душ запавших врагов, но меньше ХП. И теперь полностью у меня ХП не регенится. Так, вот с этим чубзиком надо быть поаккуратнее, потому что он не такой слабый, как может показаться. Хотя, если честно, то, что он слабый... ёбаный пиздец. Это сразу видно, да, что он не очень-то и слабенький. Блять. Что-то я уже про... Поехали. Тихо. Тихо! Все, отлично. Я его заткнул. Да, что-то какой-то момент опасный. Я уже забыл про его... ну и стратегию с ним. И также я и забыл сменить себе щит. На щит Дранглика. Все, теперь у меня чуть-чуть больше подвижности. Это не сильно заметно, но все-таки. Так. Хилюсь. Так. Слабовато хилит. Надо будет потом веру подкачать. А здесь ломаем, чтобы открыть дверцу. Встретится сейчас типок. Странненький. Не знаю, что он делает. Может, боссами помогает драться.
А это я еще не проверял, потому что на этой локации я до босса, если честно, не доходил. Такс. What is it? Что это? I don't know you. Я не знаю тебя, ты не знаешь меня. Пусть дальше так и остается, иди нахер. Надо еще с ним говорить и говорить. Пофиг, он нам рассказывает, что он какой-то Лауриэль, ищет силу себе. Короче, не хочет стать самым мощным. You are an odd one indeed. Well, you've made a point. I can see that you are mid-journey. I come from Mir. Да, он будет помогать где-то мне с боссами. Это хорошо, но для этого нужна человечность. Вот лесенка, на нее я сейчас смогу залезть. Но для начала я очень боюсь на того типа. Хотя сначала я, наверное, все-таки залезу на лесенку. Кажется, что туда вообще нельзя залезть, но я тут все облазил, поэтому я знаю. Может быть, кому-то это было непонятно, но на самом деле все тут достаточно просто. А потом поднимаемся наверх, и тут лежит, что у нас большой осколок титанита. Полезная, кстати, вещичка. Теперь я могу уже себе докачать меч, походу. Сейчас, по-моему, тут больше не должно уже быть проходов. Просто я раньше тут сильно так не всматривался. Ну да, обычное строение. Может, раньше было церковью. Но сейчас это хлам. Да простят меня здешние боги, хотя я сам бог. Вот такая вот фигнюшечка. Ага, вот здесь с ним очень и очень опасно драться, потому что здесь неудобно его бить. Ой-ой-ой! Отлично, я его просто застанил. Так, там меня встретят собаки, они мне пока не интересны. Сначала я обследую полностью вот здешнюю территорию. Так. Тут вроде ничего не должно быть, но все-таки надо лучше осмотреть местность. Может быть, я при своем первом прохождении что-то упустил. Так, открываем замок. Тут нас должны встретить кипки. Да, вон один, вон второй. Опа, какая рава. Вот поэтому они опасны. Опа! Тихо. Ага. Так, тихо. Пей. Есть? Блять, ну это нереально. Пей. Сучье, что ли, блядь? Так, ну вот я снова здесь. И надо на сей раз быть чуточку поосторожнее. Того дебила можно вообще с лука было пострелять. Так, мне надо сагрить сначала одного, потому что я уже понял, всех я здесь не перебью. Отлично, я опять так же тупанул. Теперь мне пиздец. Блять. Один готов. Пиздец, это как, блядь? Что, мудак, что ли? Это я умер, все понятное дело. Так, вон мои души, но сначала все-таки надо вот от этого мудака избавляться. И последний. Все. Так, остаются теперь только скелеты. А вот те скелеты, они очень проблематичные. Они агрятся сразу толпой, и поэтому с ними связываться я даже не знаю. Уже слишком много я потерял душ. Может, сначала одного как-то удастся выманить. Так, хоть бы толпа не пришла. Да, вроде он один пока. Ёпта. Отлично, один готов, еще один. Я быстрее тебя бью, поэтому, парень, извиняй. Так. Сколько вас там еще? Два, да? Ну, два это не проблема. Только бы третий не пришел.
Отлично. Ну теперь вас точно двое. Да ёбаный! Отлично. Ну все, вроде сейчас все меня пронесло. Теперь спокойно хилюсь. Да, первую надо будет точно прокачать. Я ее докачаю потом до... Да хера ты закрываешь, баран, что ли? Отлично, самоцвет жизни. Потому что без веры хилка очень мало хилит. Это надо будет исправлять. Здесь довольно интересное помещение. Я его все обойду сейчас. Ну, надеюсь, успею. А, сильно долго видео просто не хочу затягивать. А, но и умирать здесь часто тоже не хочу. С ихними мечами очень тяжело драться в замкнутом пространстве. Ого, какой хитрый. То есть, видите, он не может нормально здесь... Блять, ну это как нахуй? Ты чё, блядь? Пиздец! Охренеть, сколько я уже здесь раз умер. Посмотрите, сколько душ я нафармил. Я никак не могу эту херню пройти. Хотя раньше за клирика я её нехер выносил. Не знаю, в чем дело. Да выманите. А выманиваются те. Если я вот так делаю, то идут они сразу всей толпой. Тактику я более-менее уже просек. Но тем не менее, они очень и очень хитрые. Особенно их... Особенно вот эти их удары комбинированные. Так, уклоняюсь. Блять, вот только я, видите, хочу сделать еще удар. И пиздец, все, и они толпой меня окружают. Его сейчас убьют. Так. Сюда. Отопью. Причем, может, и есть шанс, конечно. Блять, ну это что за хуйня? Не, вы видели это нахуй? Так, последний, все. Я прошел это, считай. Ой, неужели? Не знаю, в чем проблема. Так, до той собаки мы чуть-чуть попозже дойдем. Уже, наверное, не в этой серии, потому что она и так большая получилась. То есть эту локацию разделю, наверное, на несколько серий. Тут довольно много надо исследовать. И в прошлый раз я вот здесь очень и очень глупо умер от этого... А, от их двоих, да? Да, вот от этой фигни. Бля! Не, это пиздец какой-то. Это вот эти глюки тупые. Я, значит, не могу сквозь противника достать заднего мечника. А они меня спокойно вообще сквозь друг друга лупят. Что это за хуйня, я не понимаю, честно. Вот они, суки. А тот сразу мне хотел путь перекрыть, пидор. Что, блядь, не получилось, мудозвон. Так, отлично. Восстановить выносливость. Еще один? Вот что это за хуйня, блядь? Они через друг друга бьют. Вот он через него чисто лупит и все. Пиздец, и мне урон наносит. Да охуеть. Да, блядь, наведись ты, курсор. Да, это охренеть. Какие тут глюки, пиздец. Охренеть, сколько я уже душ здесь нафармил. Сейчас я опять на том месте, ебаном, умру. Против двоих тех лобаней. Потому что я заднего не могу бить, а задний меня сквозь про своего же друга лупит. Вот, смотрите, сейчас так и будет. Вот он. То есть я вот ему урон не наношу, а он спокойно сквозь своего бы сейчас по мне попал. И пофигу вообще. Все честно. Dark Souls. Хардкорная игра. Пиздец. Какая хардкорная. Скорее тупая.
Что это я сделал, блядь? Что это было сейчас? Ладно, пофигу. Вот этих типов можно будет сзади обойти и гораздо легче убивать. Хотя можно, в принципе, отсюда. Сейчас их забодать. Так, наверное, и сделаю. Их-то всего двое. Но если они меня сейчас уработают, будет смешно. 12 тысяч душ просирать, знаете, как-то... А, то есть они вот такие, они тупые. Вот там я, кстати, не знаю. Там, по-моему, должен быть босс. Блядь, ну это что за хуйня вообще? Да, вот там, скорее всего, будет босс. Но я в этом, если честно, не уверен, потому что я туда не ходил. Не рискнул, так скажем. Я отправлюсь для начала других боссов убью, а потом уже сюда. То есть я похожу еще по другим локациям, а потом думаю, что буду драться в этом тумане. Потому что мне кажется, что там... кто там сидит вообще, это необычный парень. Это я вам точно хочу сказать. Да, вот здесь можно спуститься. Таким вот темпом. На нас сразу должны кто-то сагриться, по идее. Я просто сюда заходил с другой стороны по лестнице. Уже я подзабыл, есть тут крипы еще или нет. Но, тем не менее, у меня дофига душ. Я все буду вкачивать в уровень. Да, профессионалы, понятное дело, так не делают. Но я люблю все время качаться в уровень. Вот у меня такая как мания просто качать, качать, качать персонажа. Да, если бы я поиграл по интернету... Такая вот обманочка. Если бы я поиграл по интернету, конечно, это было бы вообще пиздец. Если я на таком уровне, у меня такой голимый шмот, как сейчас, меня бы просто сносили. Поэтому в интернете уровень никто, естественно, и не качает себе. Но так как я играю в режиме офлайн, я могу с этим не запариваться и качать то, что мне нравится и как мне нравится. То есть играть, в принципе, для себя. Так, сюда я могу спрыгнуть вот отсюда. Отлично. А, ну, в принципе, я всю эту карту успею показать, то, что я хотел. Ну, кроме босса, естественно. Шахты тут довольно сильные, поэтому я вам не советую их недооценивать, в общем. Но сейчас я их гашу с двух ударов, как лобаней. На самом деле, это не всегда так просто. Вот та собака, которую мы видели. Да, вот эта проблема кровотечения у нее. Отлично. Тот тип меня, надеюсь, не увидел. Нет еще. Значит, я его могу сейчас застанить, если он заглючит. Да, он глючит. Ой, блин, только бочку не взорвать. Подожди. Отлично. Так, достал. Окей. Эта бочка, я не знаю, она, по-моему, должна разорвать ту стену. Но в этом я не уверен, если честно. Ну, давайте скатим. Катится, катится, бочечка. Да, реально, раньше у меня просто это сделать не получалось. И я даже не знал, что там находится, если честно. Потому что там я еще не был. Блядь! Сука, только не убей меня, пидор! Ты чё, блядь, мразь! Мразь! А-а-а! Блядь! Сука! Вот что бывает, когда спешишь в Dark Souls. То есть я так легко от этих собак никогда в жизни не умирал. Но если вот она одна, она гасится с двух тычек. Но когда они друг друга поддерживают, это пиздец. То есть она наносит огромный дамаг. Стену все-таки взорвать у меня получилось, хотя раньше не получалось. Это прикольно. Заперто. Так что я даже до сих пор не знаю, для чего мне тут ключ. Ой, тут есть бонфайр. Охренеть. А я это, кстати, и не знал даже. Вот оно как бывает. А ну, а что там дальше? Офигеть, кого я нашел. Кузнеца. А я даже и не знал, что он здесь есть. А если я ящики открою, он будет на меня сердит, интересно? Ну, здравствуй, кузнец.
Здравствуй. Может, он если отвернется, я смогу все стыбзить? Просто я не знаю, как он реагирует. Он что-то молотом машет. Даже интересно его диалог послушать. Откуда только берутся такие неподатливые? Ммм, какая дикая попалась заготовка. Принимай форму. Кому говорю? Да, вот так тебе и надо. Милый огонь, как же ярко ты горишь! Нужно заполучить новый уголь. Огонь, милый огонь. Нужно заполучить новый уголь. Огонь, милый огонь. То есть ему какой-то уголь нужен. А вот если я сейчас пиздану что-то с ящиков, он будет на меня злиться? Ну пофиг, будет злиться. А нет. Я же забыл, что это Dark Souls. Это не какой-нибудь там Skyrim. Oblivion, где персонажи реагируют на наши действия. Он будет реагировать только если мы на него нападем. Прикольно. Можно даже будет попробовать там босса убить, когда у меня будет 0 душ, чтобы, ну, ничего не бояться потерять, в общем. Большой осколок титанита. Охренеть, что я себе тут раздобыл? Люди добрые. Охренеть. Эту стену, наверное, как-то снести можно, да? Нет, я сомневаюсь. А как туда попасть, например? Вот сюда, то есть с обратной стороны, когда мы убьем босса, нам, скорее всего, откроется сюда дорога. Но здесь для меня еще, наверное, мне делать тут нечего. А, я ж оттуда и пришел, то есть я могу вот так себе дорогу здесь даже сократить. А нет, не могу. Ну да ладно. Еду в Маджулу прокачиваться. Мне почему-то кажется, что когда я ему уголь отдам, он мне начнет зачаровывать предметы, потому что в Dark Souls 1 именно второй кузнец мог душами боссов оружие прокачивать. Так я себе сделал из двуручного меча. Плюс 10. Меч Арториоса. 15 тысяч душ. И мне сейчас должно, по идее, хватить на прокачку. А что за уголь он ищет, я, если честно, не знаю. Если вы знаете, пишите в комментариях. Хотя навряд ли, конечно, кто-то даже откликнется. Но все-таки я надеюсь, может, кто-то там есть, кто знает игру, кто посмотрел хоть случайно это видео. Да, я могу усилить свое оружие на плюс 5. И оно будет уже сильнее бить. И теперь мне надо еще один большой осколок титанита, и будет плюс 6. Где найти, я не знаю, но еще, думаю, узнаю. Так, сейчас я могу прокачать уровень, как обычно я делаю. Уже будет дофига у меня уровня. Сколько, какой у меня сейчас, кстати, уровень, мне даже прям интересно, я уже и подзабыл. 44-й. Так, я, как обычно, докачиваю сейчас адаптацию, потом стойкость, потом опять адаптацию, уже качается даже подвижность. Так, уже 47-й по 16-му уровню у этих параметров есть. Да, кстати, я хотел себе веру прокачать. Вера мне потом пригодится. Но пока еще для нее места я не нашел. Когда будет там новые заклинания, я, кстати, не понимаю, почему еще старуха не переехала сюда. Я же вроде просто убил, это убил. Это непонятно, если честно. Сейчас я съезжу в лес павших гигантов за ней. Может, она там заглючила и сидит. Дуется на меня. Да, сейчас я, кстати, еще сформлю себе души. И прокачаю уровень до 50-го. Я хочу докачать до 20-го выносливость и стойкость. Чтобы у меня по максимуму была подвижность. Да, она почему-то еще здесь. Я не понимаю, почему. Ну, вот, и. Я не понимаю, что ты здесь делаешь. Ты уже должна была давным-давно оттуда уехать. Что ты, кстати, продаешь? А, это я уже у тебя покупал. Ножички. Можно за 3000 у тебя, кстати, купить. Хотя ладно, у меня их дофига. Это у меня еще есть. Ну, значит, мне от тебя ничего не надо. Так, ну все, я от тебя съезжаю обратно в Маджульну. А надо будет найти камень и посмотреть, за сколько тот кузнец будет меня качать. Тем не менее, мы открыли новый бонфайр. Это очень круто. Я, если честно, его еще ни разу даже не открывал. Так, смотрю все свои предметы теперь и кушаю души.
лучшего безымянного солдата. У нас собак, кстати, часто выпадает. Надо будет на собаках фармиться. Запомнить надо просто. Так, 4000, а душа гордого рыцаря, это я напоследок оставлю. Так, новый уровень. Качай меня полностью. Стойкость. Все, теперь у меня выносливость. Это дофигища, 114 целых. КП 898 тоже немало. Хотя, возможно, мне еще на один уровень стойкости, кстати, хватит, чтобы подвижность уже была. Да, я чуть-чуть быстрее стал двигаться, а может быть сейчас, если эта душа гордого рыцаря даст достаточно душ, тогда я качаюсь неплохо, но... Нет, она не дала мне столько душ, сколько мне необходимо. Тогда... А, кстати, сколько мне необходимо, я уже и подзабыть успел. Иди сюда. Слишком долго уровень сейчас прокачивается, очень много времени он занимает. Так, значит, пару типов сейчас там убью. Не знаете, куда я отправляюсь, конечно, в огненную башню Фрейда. А можно, кстати, босса сейчас убить, в чем проблема, в принципе. Не, ладно, это я уже на другую серию сделаю. Там легкий босс достаточно. Но серия и так большая, и будет поэтому грузиться достаточно долго. Я хочу просто сейчас уровень прокачать, успеть. Так, интересно, кстати, меч протестировать. Ну, щит неплохо. Да, щит уже отлично держит урон. Так, отлично. Мне нравится такой щит, честно. Треснувшее синее око. Так, 3518. Раньше он, по-моему, давал 400 душ ровно. Сейчас надо измерить. Если бы он давал 400, то у меня было бы 3900, когда я этого сейчас убью. Так, есть. Чуть больше, да? А, как это ты 400 даешь? Баран, что ли? У меня же кольцо надето. Херня какая-то. Странно. А, я кольцо не надел, блядь. Ой, ёбнутый я полностью. Как я тебя не одел, черт возьми. Блин, а я-то и думал, почему... Так бы у меня сейчас столько душ уже было. Ладно, сейчас этих сагрю. Мне будет сразу троем идти. Угу. Хоть это и кажется прям так опасно, но на самом деле они слабачки. Особенно вот этот с двуручным мечом. Он кажется самым опасным, если честно. Но он самый, кстати, что ни на есть слабый. Блядь. Вот только он скинуть может вот на такой маленькой локации. Да, вот сейчас он меня, например, скинул. Отлично. Скинул, да? Скинул. Да, вот сейчас они дают по 440, между прочим. Но вот я хоть и считаю, что... Щит Дранглика очень крутой, потому что блокирует 100% повреждения. Отлично. Но у него есть слабость, огромная слабость. Он неустойчив. То есть, если меня, например, какой-то громадный чувак будет бить, я просто схожу с ног. То есть, кстати, я только что выбил себе новую броню. Ну, точнее, новые поножи старого рыцаря. С того типа, который первый был. Вот они. Они тяжелее. И защищают лучше. Правда, от магии послабее, но... В целом, они лучше, кстати. Опа! А это что, поножи Дранглика? А где их я нашел? А где я их выбил? Кстати, они вообще во всем круче почти что, кроме от электрической защиты. Охренеть. А где я их выбил, я не понял. Офигеть. Наручи Дранглика даже есть. Только от физической защиты. То есть физическая защита будет чуть-чуть только поменьше. А базовая защита физических, это защита от ударов. От обычных ударов, а это от общая защита, понятно.
чем защита будет поменьше, а вот от ударов побольше. Но они по-любому лучше во всем. То есть смотрите, наручи Данглика я носил. Вот они. То есть только в общем уроне они лучше, и все. В остальном и удар в спину лучше блокирует, и от магии. Но потяжелее. Не, полегче эти перчатки, кстати. И, может, у меня броня Дранглик? Откуда я ее выбил, я не понял. Кольчуга Дранглика, откуда? Но она очень тяжелая. Где я ее выбил, я не помню, честно. Это надо будет серии пересматривать. Шлем полного солдата. А шлем Дранглика нету, да, такого? То есть вот обычный шлем. Офигеть. Может, у меня и меч Дранглика есть. Хрен его знает. Да, и меч Дранглика есть. Вы посмотрите. Ладно, потом, в общем. Сейчас я души подберу. Потом продолжим, а то ко мне уже пришли. Всем пока, всем спасибо за просмотр.